Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? В этом конкурсе, в этом этапе. Ну и, конечно же, быть настоящим защитником нашего... Первая эстафета будет плавание с препятствиями 25 метров. Вот наши воспитанники Роман и Егор вам покажут, как проходить эстафету. Эту с препятствиями плыть. Вы будете за ней повторять. Потом надо будет достать на время две шайбы со дна. Потом будет самое оригинальное, это тумбочки. И третий, надо будет проплыть отсюда до поперечной дорожки, до первой, два, это, ведя перед собой мяч с ролем. Понятно, да? Андрей, вы были первые, первый заплыв, ну как впечатление? Замечательный, первый раз в бассейне, да еще и что-то новое, интересно очень, сложно. Как я уже и говорил, у нас все у нас умеют плавать. Смотрите, какая ребята, какая бригада. Человек, который первый раз на воде, он плывет, и его сопровождаю. Вот она, настоящая мужская дружба и солидарность. Он не умеет плавать, и, блин, просто... Все равно это делает. Нет, серьезно, это очень классно, молодец. Мне было очень страшно, вот ребята уговорили. Вот теперь нашим участникам нужно найти и достать со дна... Вон те черные точки. Там где-то под водой. Мимо, не там. Просто знаете, в чем было? Ныряю за ней. У меня очки слетели, и я вижу вот такой, а оно, чем больше нырнешь, тем меньше размер у предмета. Я ныряю, она вот такая, я думал, это сливная дырка какая-нибудь, и за ней не полез. Еще раз ныряю, еще раз вижу, что это она, а потом надо было доставать уже. Вон она. Молодец. Виктор Матвеевич, как ощущения? Отлично, дыхалки не хватило. Снимай очки. Человек борется со своим страхом, боязнь воды. На старт. Смотрите за ним. Итак. На старт. Ощущение. Превосходный. Самый оригинальный прыжок. Сейчас исполнит вас Ген. Опа! Опа!
2019 год был действительно запоминающимся, ярким. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе оставаться действительно самым настоящим мужчиной и в дальнейшем, и успехов!